Это дикая кошка, дикая орхидея, ведущая курсы для плохих девочек. Да. Породистая сваха не в первом поколении. Да. С мамой, кандидатом и так далее, и доктором наук по психологии. Семья психотерапевта. Да. Потомственная сваха психотерапевт. Самая креативная. И когда она была на баттле, невесты думают, ну чему может научить такая молодая девушка? Но именно эта девушка стала победителем баттла. Которую везет в Москву поле. Что-то с этими полями поробила. Второй раз. Мастерство не пробьешь. Всем привет, меня зовут Катя Робей, и я игропрактик. Я занимаюсь ведением психологических, трансформационных и бизнес-игр. Игру Купидон я провожу примерно 8 месяцев, если я не ошибаюсь. И за это время, вот сегодня, я уже второй раз победила баттл ведущих Купидона. Благодаря Виктории, потому что она была моей невестой, я была ее свахой. И, собственно говоря, всегда, победа на самом деле зависит больше всего от невесты. Поэтому я очень рада, что, мне попалась такая замечательная невеста. На самом деле, я сегодня невеста, которая счастливо вышла замуж и одержала победу в игре Купидон. Я считаю, что это случилось благодаря моей просто самой лучшей во вселенной свахе Кате. Потому что Катя смогла не только правильно меня направить и провести по этой игре, она еще смогла внутри нашей команды создать такую очень благотворную, творческую, правильную атмосферу и настроить меня на сам процесс игры, чтобы я думала не только о победе, а чтобы вот сама игра нам была в удовольствие, и мы получили очень ценный опыт. Ты первый раз играешь? Я играла первый раз, и мне очень понравилось. У Кати большой опыт в этой игре, и Катя уже не первый раз победитель в этой игре. Я думаю, это уже система, и очень о многом говорит и характеризует Катю как сваха.